Шифер, убероид, аренда квартиры, автомобиль 2.4 некрашенный, холодильник, курсы йоги и сканборд. Телевизор смотрите? Да. Тогда вам еще и программка. Итого с вас 1 гривна. А у вас акция? Нет, просто это ярмарка. Газета «Ярмарка». Реклама и тысячи частных объявлений, новости, сканборды и судоку, ТВ-программа. И все это...
12 часов украинское время. Сегодня пятница 13-е. За окном июнь, бояться нечего. Новости одной строкой. О главном. Еврокомиссар по энергетике выразил надежду, что переговоры по газу между Киевом и Москвой продолжатся завтра. Ранее глава нефтегаза заявила, что Украина готова выплатить долг, если будет установлена цена в $326 за 1000 кубов. А Министерство внутренних дел? Министерство внутренних дел Украины приступило к формированию около 20 батальонов спецназначения для борьбы с террористами в зоне АТО. О людях. Гуманитарные коридоры для выхода людей из зоны антитеррористической операции будет в направлении Красного Лимана. Создадут также транзитные пункты для 10 тысяч людей. Беженцев выдадут паспорта и обеспечат им социальные выплаты. О наблюдателях. Наблюдателям ОБСЕ могут продлить срок пребывания в Украине. Миссия прибыла в середине апреля. Изначально она планировала работать в нашей стране полгода. О чемпионате. Совет ФИБА Европа решил предоставить Украине право принимать чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин в 2017 году вместо запланированного ранее Евробаскета 2015. О футболе. Сегодня на чемпионате мира по футболу в Бразилии пройдут первые матчи группового раунда в квартетах А и Б. Второй игровой день группы А открывает встреча Мексики и Камеруна. Больше новостей о чемпионате мира на спорт Big Mirnet. А Ретро-ФМ. Ближайший уикенд на Ретро-ФМ будет посвящен чемпионату мира по футболу 2014. 14 и 15 июня все лучшие саундтреки мундиалей. Музыка чемпионов и больших побед на Ретро-ФМ. Это все новости. Выпуск подготовлен по материалам корреспондента. На Ретро-ФМ Галый Огнен. Партнер проекту торговельная марка ММСИС. Нехай ваши гроши возможности. Уважаемо вам, щоб незалежно від курсу валюти, гроші працювали на вашу користь. Гроші в роботі народжують капітал. Курс валют від Національного банку наступний. Долар США – 11,72. Євро – 15,86. 10 російських рублів – 3,41. Міжбанк закрився такими показниками. Долар США – купівля 11,70. Продаж – 11,90. Євро – купівля 15,97. Продаж – 16,11. 10 російських рублів – купівля 3,44. Продаж – 3,45. Успішно набути легко, незалежно від курсу валют. Добре, коли ваші гроші працюють на вас. Теплее на юге, в Одессе, Херсоне и Кинически 24.